Как видите, господа, силы противника очень раздроблены. Через 3 часа мои войска разгромят их. Бийцам Визари не скрыться. Я что-то не понимаю. Как быть с танковой группой слева? Йоргенштайль. Тож, я рад, что дела государства вызывают интерес у бизнеса. Опять. Вот эти вражеские танки слева. Вы специально их игнорируете или это стратегия, недоступная пониманию, а? Вы производите оружие, я решаю, как его применить. Неужели меня одного не устраивают эти древние методы? Численное превосходство еще не залог победы. Мы же можем начать переговоры с врагом. Ну, выманить землян, обещать им что угодно. И когда они подойдут, всем скопом убить одним ударом. Не знаю, как Визари вас терпел, но я не Визари. К сожалению, это предельно ясно. Тяжело? Всегда оставаться в тени великого императора Визари. Поэтому вы дали ему погибнуть. Белгасты никогда! Никогда не пойдут на сделку с землянами! Никаких переговоров! Внимание всем! Говорит адмирал! Удвойте усилия! На уничтожение врага даю вам 1 час! Я приказал держать дистанцию.
нас! Не останавливаться! Бронетехнику нашли тучи! Вытащи нас! Не устоять! Есть идея! Эй, Хэммер-4, куда это вы? За мной, Хэммер-2! Прорвались, прорвались! Хэммер-4 всем группам! Учит! Конвой выдвигается! Вот и они! Обалдеть, получилось. Бронетехника, атакую! Хэммер-4, это авангард. Множественные цели у вас на 5 часов. Конвой, держать позицию! Сейчас найдем выход. Нас мало, у Хилгов свежее подкрепление. Да, понял вас. Еще бронетехника. Вижу. Хилги на 12, высота 15. У них там! Хэммер-4, у тебя на час. Цель вижу. Огонь! Хэммер-2, правый фланг. Захожу к огневой точке с фланга. Вижу противника. Принято, я вас прикрою.